Сотрудниками ОМВД России по городу Краснодару задержан мужчина, подозреваемый в краже дорогостоящих наручных часов, принадлежащих известному футболисту. По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение игрока одного из футбольных клубов города Краснодара через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей. Следственным управлением ОМВД России по городу Краснодару было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. С целью установления фактических обстоятельств происшествия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и выяснили, на каком автомобиле передвигался подозреваемый. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый местный житель. Судом ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято нашими сотрудниками и передано законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.